волос. Короче, собираюсь ехать куда-нибудь покатать, совместить приятное с полезным, с работой и много чего, короче, хочу сделать. Здесь у меня собаки останутся. Вон Милота спит. Где-то маленький. Маленький, наверное, там сидит, пищит. Да, жена ушла работать, он пищит. Сейчас я уйду, он опять пищать будет. С ним такая вообще дилемма. Он типа услышит где-то там что-то или сосед из лифта выйдет. Далеко. Пофигу, дверь кто-то же откроет, все, он начинает орать, чих его поддерживает, короче, жопа вообще очень, уф, ночью все это, уф. Короче, смотри, что я сейчас делаю. Я беру с собой его, надо записать обзор, потому что сейчас запретили даже на коробках показывать ссылки, то есть мне надо будет либо замазывать ссылки на самих коробках, либо там заклеивать, либо, короче, как-то блюрить видео, но, наверное, я просто не буду делать полноценную распаковку, все будет как последний обзор на... Ну что-то я делал очень веселый обзор. Ну, короче, в новом стиле. Да, обзорчики забавные такие, на чили, на расслабоне. В принципе, наверное, всегда так. Что я делаю? Поеду куда-нибудь в центр. Взял с собой, значит, такой штатив. Так поеду на доске. У меня здесь куча пластырей. Но я давно не падал, надеюсь, этого не произойдет. Тряпочка для очков, мухоморы, для того, чтобы записать на второй канал отчет, потому что я их уже почти доел. Хорошие, кстати, штуки, работают. Картриджи для того, чтобы запробовать все Smoke Kitchen. Обзор записать на это, то есть раз обзор, два обзор, три обзор. Вот этот влог, получается, отдельно будет. Он там заряжается, на чем я буду парить, пробовать. Ну и типа как бы вот такая тема. И по пути не хочу бошку мыть. Знаешь, бывают такие моменты. Ну и типа я вообще люблю какие-нибудь кепочки, шапочки. Я давно хотел какую-нибудь панаму. И мне никак в жизни не было панамы. И почему-то я хочу и не кепку, а именно панаму. И короче, наконец-то я определился с цветом. Я определялся с цветом аж целых 2 или 3 недели. Поэтому заедем, купим панаму. Ну и поедем красивые места искать. Где-нибудь упаду отдохнуть и запишу один обзор. Поеду еще дальше, запишу второй, поеду дальше, запишу третий, и как бы доедем потом до дома. Может быть, заедем в скейт-парк, хотя что мне там делать на лонгборде, ну просто типа, просто ради прикола. Вот, потому что я хочу себе в будущем, в ближайшее время купить скейт и кататься в скейт-парке. Ну типа хочется трюкачить, лонгборд. Не совсем та тема, ну как бы вот. То есть хочется трюкачить именно на скейте, а на лонгборде, ну вот, средства передвижения и такие, слегка трюкачить. Хотя многие трюки на лонгборд можно перенести именно от скейта. Все же пошло со скейта. Вот, у меня там... Я собирал скейт из мусора, как ты помнишь. Ну, он мне маленький. Ну и все там так себе собрано. Конечно, я понимаю, что в умелых руках и хуй балалайка, да. И как бы можно и на нем катать, поучиться. Попробуем, но... Там и шкурка уже вся протерта. И он, короче, я думаю, скоро все, до свидания будет. Купить себе скейт там рублей за 5-6. Ну, кит, да, комплект. И вот именно в скейт-парке учиться там, туда-сюда. Такая тема. Ша, поедем. Я просто жду, пока зарядится все. Ой, еще много чего едет на обзор. Ну, это уже поток, короче. Постоянно что-то едет, 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 успеваю только делать. И главное, аккуратно с новыми правилами, потому что мне недавно прилетал один страйк. Я надеюсь, на предыдущий не будет, либо мне придется там тоже все как-то редактировать уже на самом Ютубе, либо удалять, перезаливать как-то, или просто удалять. Ну, вроде нормально, с остальными видосами никаких нарушений нет. Потому что сейчас они прям быстро сразу могут прилетать. То есть я загрузил предыдущий ролик, мне прям сразу. Но я об этом рассказывал здесь, вот будет ссылочка. Я забыл. Да, здесь, по-моему, вот здесь. Можешь посмотреть, как это все было. Все, что, погнали. Ай, вот что, наконец-то я стал пилить архивы. Вот здесь вот две флешки. Одна стоит в картридере, одна вот на 128. Уже половину отсюда напилил. Вот здесь вот райд. Прикольный. Надо напилить, я думаю, в двух версиях напилить. В одной версии это полная версия, а одна версия типа такая. Стилевая, с музончиком, с монтажиком туда-сюда. Короче. У меня еще вчера был день монтажа. Чисто посвятил себя английскому и монтажу. Английский я вообще не пропускаю никогда. Что бы я ни делал, в любом случае надо заниматься. И... У меня уже готово 3 влога. Два из них по порядку, один как бы вчерашний свежий. Поэтому я его оставлю на потом. Буду пилить архивы, чтобы не было сильной каши на канале. Так вот, короче, движемся. О, зарядился. Красиво, красиво зарядился. Вообще нравится. Киберпанк.
киберпанк устройство. Все, погнали. Короче, тема какая? На улице 13 теплых градусов. Ну, как видишь, по мне, наверное, по людям на фоне похолоднее, может быть, но я на доске, и мне будет теплее. Плюс я сейчас себе на голову куплю штуку, а мы же мерзнем головой больше. Ну, типа, макушка больше всего теряет тепла, поэтому сейчас я еще утеплюсь. Вот, буду слушать Дипло, Hallucination Mix, Friend Mix. Прикольный микс, слушал уже, мне понравился. Ну, может, потом подкаст какой-нибудь врублю. Чисто Джо Рогана послушать, привыкать на слух. Аудирование. Вот. И сейчас в лифте ехал, женщина поздравила меня с Днем города. А мне еще, я вспомнил, жена об этом говорила. Я же, типа, не слежу ни за праздниками, ни зачем. Поэтому, так как я, наверное, доеду до центра, увидим какие-нибудь движения, празднества, не знаю, автозаки, типа того, что-то увидим. Ну и будем выбирать места, как я уже говорил. Погнали за Панамой. А что, наушники не коннектятся? А, все нормально. Yeah. Смотри, братиш, дилемма жуткая вообще. Смотри, какая тема. Хоба. Красиво, да? Прикольно. Мне вообще такой цвет типа нравится. Он, правда, чуть светлее. Вот под это. Прям прикольно. Или универсальная. А, дилемма вообще. Типа более универсальная, ко всему, чему угодно подойдет. Да нет, ну блин, цвет кайфный вообще. Я ненавижу выбирать. Сделайте это за меня. Вы скажете вот это, а я, наверное, возьму то. Блин, ну кайфный цвет, конечно. Ты уже знаком с тем, как мне сложно определиться, и как видишь, я не определился, потому что я такой подумал, а я ведь могу захотеть другие кеды. У меня могут появиться другие какие-то более важные штуки. И типа шапка, я такой ее снимаю, смотрю, у меня такой классный шухер, думаю, не очень-то мне необходимо. Мне так своя башка больше нравится, да и не сильно-то печет. Вот, еще у меня подшипники здесь полетели. А еще я думаю, можно типа скейт взять, чтобы кататься, да, а не шапку какую-то. Поэтому лучше еще там 3000 подкопить, взять скейт, кайфовать в парке. Ну, типа, в чё? Вот, такие дела. Нахрен шапку.
Хороший спуск. Поехали. Класс, чтобы никто там не ходил. Маленький. Что, короче, катался, обкатался уже, и думаю домой поехать. Чудно как. В итоге вернулся. Думаю, окей, запишу здесь. Ну потому что что-то. Что откладывать? Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, как говорил мой отец. Обзор вот записал, типа можешь в подсказку перейти посмотреть. Все такая фигня. На телегу подписывайся. Если что будет с каналом, здесь все снесу нафиг. Ну, в плане вейпинга. И будет в телеге. ВКонтакте. Вот. Надо ехать домой, сейчас жена там закончит работать. Обижаться будет. Мне английский надо делать. Погнали.